Гаджеты, которые мы сегодня обсудим, способны вызвать интерес у каждого, независимо от пола, возраста и социального положения. Они всегда будут под рукой и будут приятно радовать глаз. Сегодня мы говорим о USB-гаджетах. Все чаще и чаще мы слышим о том, что тот или иной гаджет оснащен USB-портом. Это неудивительно, ведь современный человек проводит много времени за компьютером, и все это время требует комфорта. Не меньше времени, чем за ПК, мы проводим с мобильным телефоном. Сегодня сложно представить нашу жизнь без мобильных устройств. Они с нами повсюду, на работе, в машине и дома. Именно поэтому производители придумали многофункциональный USB-хаб, совмещенный с держателями мобильных устройств. Данное устройство поможет удобно разместить мобильный телефон, КПК, медиаплеер на рабочем столе, а силиконовая накладка на держателе не позволит соскользнуть устройству. 4 USB-разъема позволят подключить дополнительные устройства, а разъем USB для зарядки, расположенный на тыльной стороне держателя, заряжать ваш девайс. К каждому порту установлена защита от перегрузки. USB-хаб совместим со всеми популярными операционными системами и не требует драйверов для установки. Ракетницы – самые популярные в этом году из офисных USB-гаджетов. Сегодня на рынке представлены три типа – проводные, беспроводные и проводные с видеокамерой. Все они, благодаря стараниям дизайнеров, похожи на оригинал, только в уменьшенном масштабе. Управление данным гаджетом происходит по USB от компьютера. Для этого вам понадобится установить драйвера, которые имеются на специальном диске в комплекте. Также в комплект входит мишень. Ракетница поворачивается по своей оси и изменяет угол атаки. Реалистическое звуковое сопровождение добавит вам азарта. Стреляет она пенопластовыми ракетами при помощи сжатого воздуха. Такой сувенир станет отличным подарком для детей и взрослых. Что же касается тематических подарков, то и тут производители не оставили без приятных сюрпризов. К примеру, для создания особого настроения, не отходя от компьютера, новогодняя USB-елка. Она может быть выполнена из прозрачного пластика, оптоволокна и других материалов. Их примечательность в том, что эти маленькие девайсы подсвечиваются изнутри. Некоторые модели также порадуют вас интересной мелодией. Как бонус, она может работать от двух ААА батареек и быть полностью автономной. USB-сувениры – приятный подарок к празднику и на каждый день. Они украсят собой строгий офисный стол и уютный домашний интерьер. С вами был Виталик Малиновский. До встречи!